Защитники памятника Ленину не покидают площадь уже 3 дня. У постамента развернули палатки и полевую кухню, запаслись теплой одеждой и одеялами. Добровольцы здесь же и ночуют. Просто харьковчане, которые уже третьи сутки здесь ночуют под открытым небом и оберегают наш памятник, нашу историческую архитектурную ценность нашего города от вандализма, от того, что здесь было 3 дня назад, когда все было исписано матерными словами, немецкой свастикой, и наши активисты, ребята, все это отмывали химикатами. Кроме постояльцев, подходят сюда и прохожие. Активисты собирают подписи за сохранение монумента. Говорят, за вчерашний день подписались более 3000 человек. Сергей и Елена считают, к смене власти памятники не имеют никакого отношения. А памятники сносить не надо. Памятники должны стоять. Это наша история, это история наших родителей. Но это история наша. Значит, ее нельзя уничтожать. Пока на площади затишье, студенты Вячеслав и Денис гоняют мяч. У подножия монумента появилась небольшая спортплощадка. Ребята поддержали акцию с первого же дня. Чтобы в городе не было беспорядков, как на площади происходили, как везде сносят памятники Ленину. Видите, у нас мирная акция, никто не в масках, мы играем в футбол, в баскетбол тут. Сегодня же стало известно, сносить бронзового вождя пока не будут. Евромайдан решил провести общественное слушание по этому вопросу. Защитники памятника расходиться пока не собираются. У нас все лучшие! Яна! Все, рыбусик! Кристина Загребельная, Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».